центре «Лесная сказка» 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады посвятили урок мужества. Как выживал город на Неве, рассказали школьникам их ровесники. В постановке и стихах живут воспоминания тех, кто боролся за жизнь в оккупированном фашистскими войсками городе. Людское горе, кто его измерит? Под бомбами среди полночной тьмы. И многие, наверное, не поверят, что было так, как рассказали мы. В годы войны лишения испытывала вся страна, но на долю ленинградцев выпали самые страшные испытания. Об этом молодое поколение сегодня знает хорошо, и потому мы можем быть уверены, переписать историю нашего героического народа не сможет никто.